Запись пошла. Всем привет, друзья, меня зовут Амджарамон, это Чумовая пятница от крафт-шоу, мы в который раз находим идиотские игры в интернете и играем в них, и превращаем это все еще и в соревнования. Это Рич, это Тюна, здрасте. Ю-ху, привет всем. Всем здравствуйте, всем привет. И так уж получилось, что каким-то образом, непостижимым для самого себя, я до сих пор смотрю This is хорошо иногда, периодически, то есть раз, там, пару раз в месяц, может быть, захожу, гляну, что у них там. И в одном из выпусков я увидел это. А там нужно было нарисовать пушку, и вы понимаете, что женщина нарисовала. Она нарисовала как бы... пушку! Колеса и дуло, да? В общем, это было в новостях, прямо в эфир, ну, короче, было здорово. А я очень надеюсь, что сегодня нам зададут нарисовать пушку именно Тюне. Вот, сегодня... Иди в пеня! Не забудь ядра нарисовать. Ядра побольше. Ядра чистый изумруд, Тюн, главное. Вылетающий. Сегодня мы играем с вами в «Быстрее рисуй!». И идея этой игры заключается в том, что нейронные сети Гугла пытаются понять, что мы нарисовали. Гугл пытается определить, что ты... Ну, то есть нам задается, нарисуйте вертолет. Да? Вы пытаетесь нарисовать вертолет, и она такая... Да, я знаю, это вертолет! И оп, плюс одно очко. Один раунд состоит из 6 рисунков. На каждого из участников по 3 раунда. И в итоге мы считаем, у кого больше очков, тот и лучший художник среди крафт-шоу. Все. Вот это звание лучшего художника. Лучший художник, прям уже звание, значит. Звание лучшего художника, да. Медаль шоколадную выдам просто. Я даже предлагаю стиль. Ты мне все равно не отправишь. Так как мы в Майнкрафт играли вчера, это посткубизм. Да, модерновый. Ладно, я погнал, да? Итак, да, давай. Погнали. Мой первый раунд. Давай-ка. Калькулятор. Переводи тебе. Я тебе на калькулятор не могу перевести. Что ты рисуешь? Калькулятор он рисует. Ты нарисуй хоть циферки. Сейчас у тебя мобильный телефон скажет. Паспорт. Вышло. Как вы так сработались? Джекет. А что это такое? Куртка. Ну, так Утка? Утка. I see line. Or knee. Утка. Or pants. Себе, думаешь, it's jacket! It's jacket. Да, yeah! Ничего себе. Изи. Она, кстати, говорит вместе с вами одновременно. И... каша. Получается. Микрофон. Ой, это я могу. Ну, давай. Посмотрим, как ты рисуешь микрофон. I see circle. Фильтр начнется с нас. Or smiley face. Or baseball. Or basketball. Тюремная камера. I see soccer ball. Or tennis racket. Космонавт. Oh, I know. It's microphone. It's microphone. Yeah, деточка. Такие. Это я тоже могу. Это легко. I see squiggle. Это такая вот штука. Or nose. Nose. Potato. Лужа или остальное. Potato. Blueberry. Да нет же. Oh, I know. Yes. It's cookie. Виолин. Подожди, вот тут надо уточнение. Скрипка. Хорошо. Я сейчас гитару нарисую. Ей богу. Or pillow. Oh, I know. Or fire hydrant. Guitar. Or shovel. Ух, посмотри, какие формы. I see lipstick. Or wine bottle. Бутыл. Or pear. Далее есть. Or key. I see leg. Or parent. Oh, I know. Yes! It's violin. У меня там 2 секунды оставалось. Есть. Лолипоп. Лолипоп. Ну, давай, попробуем лолипоп. I see line. Oh, I know. Yeah! Ух ты! Сам не микрофон! Слишком легко, слушай! Нифига себе, слишком легко. Просто я талантливый. Вот и все. Ну это 6 из 6. 6 из 6, господа. Следующий. Garden horse. Это что? Я думаю, это тяпка. Что-то вроде этого тебе. Ты думаешь, это тяпка? Я думаю, это тяпка. Ты думаешь? Правильно ли? А кто у нас теперь гуглить должен? Не знаю. Garden horse, сейчас тебе скажу, что это. Садовый инструмент. Чёрт! Садовый шланг. Ну, погнали. Вот такой вот. Не-не-не, шланг. Подлиннее. Еще длиннее. Е-е-е. Она отгадала. Пушка. О, да. Тебе попалась пушка. Давай. Got it. Так. Ствол. Отлично. Воу. О, как. Тюн, вот примерно то же самое нарисовала женщина на телевидении.
Это волосы? Это пушка. Пушка. Она угадала? Я не могу понять, что это пушка. Нет. Она не угадала. Ты не умеешь рисовать вообще пушки. Ты посмотри, я похож на художника, значит, я не умею рисовать. Значит, я так вижу, да? Ну давай, я так кровать. Вижу. Так, ладно, кровать. Кровать. А давай, как нарисуй вот кровать. Такая будет кровать. Вот так, подожди. Ну, подожди, давай. Тут две подушки. Но ты неправильно начал, мне кажется, уже делать. It's me! О, не, а кровать, угадала, отлично. Угадала, слушай. Ничего себе. Да. Муравей. Насекомое, муравей. Муравей. Так. Значит, муравей состоит... из нескольких частей. Ты опять пушку начал рисовать? Составную. А здесь вот так. It's hand. Она угадала. Нифига себе, я бы в жизни не угадал, если честно. А бутлекап, это бутылка? Бутылкэп. Батлкэп. Крышка от бутылки. Крышка от бутылки. Что она должна быть с хизбой и так далее? Давай, Fallout играл, вперед. В 3D. Вот так вот. Крышка от бутылки. Угадала? Да, он даже без резьбы. Как это можно было засчитать? Я не знаю. Это могло быть что угодно. Это могло быть крышка от бутылки. Это могло быть не крышка от бутылки, а таблетка, например. Чё там? Ухо. Ухо. Удачи. Так. Ухо. Вот так. Это не. Это ухо. Анатомически не ухо вообще совершенно. А, подожди, что? Почему? Ты сестер. Нет, ухо, ты ухо. Стер. Подожди, вот. Вот. Что? Это подожди, голова, голова рисует. Нет, не пойдет. Отвратительная мышь. Что это было, блин, вообще? Отвратительная мышь, сказал Рич после того, как стер все. Ну да, мышь во всем подожди, виновата. Подожди. Сколько у тебя там? 4... Прекрасный результат. 4 из 6? Итак, теперь рисую я, да. Октопус. Октопус, давай, Тюночка. Октопус, справишься? Ты сможешь. Давай. Тогда ну, давай, я думала, то, что это вот так. Мне нравится, как у тебя получается. Это... Я сегодня буду голосом зрителя. Это точно были щупальцы? Точно? Там деталей не хватает. А садовый шланг? Оригинально. Да, это давай, очень оригинально. Давай. Так, ну. Справишься? Тюна задумалась, нажимать на кнопку или нет? Да. Может быть, есть отмена или пропустить. Байпассировать. Литочка. Так. Симпатяшка. Тюна, что там, что, угадала? Хорошо. Следующая, смотри, так радуется, давай. Так чего? Нарисуем элемент солнечной системы. Спутничек. Какой-нибудь. Смотри, тебе надо всю солнечную систему сейчас нарисовать. Да сейчас же я нарисую всю солнечную систему. Так. Вот. Сыр. Чего? Угадала Луну? Да! Ты представляешь? Даже мальчика нет, чудочка. Вообще? Я так подозреваю, что это хоккейная клюшка. Я подозреваю, что это хоккейный пук. Шайба, извините, хоккейная шайба. Извините, вы перевели? Точно шайба, давай. Рич? Что? Тюна, шайба. Рисуй шайбу. Можешь нарисовать крышечку. Давай. Ты посмотри на нее. Что? Я не дорисовала, она уже угадала. Ампал. Мне кажется, кто-то кому-то там это симпатизирует. Вытащи шнур из головы своей. По-моему, у тебя там прямая связь. Прямое включение. Ураган. А, что это? Не смей так считать, как ты как только что. Ты почти это сказала. Не надо. А что это? Ну, ураган, Тюн, я ж только что говорил. Тюн, это вообще, да. Ураган. По-моему, у нее фильтр на меня, Слав. В черном списке я нахожусь, не слышит меня совершенно. А с Гуглом белый, я понял. Так, окей, ураган. Так. Ураган, начинается. Торнадо. А торнадо отличается от урагана. Ага. Все улетает. Ты делаешь только хуже, перестань. Нарисуй человечка улетающего. На части разодранного. Дом. Крыша. Не получился ураган.
Why a glass? Вот это вот. Так, я знаю, кажется, что это, я сейчас удостоверюсь. Wine, wine, это вино, это. Нет, стаканчик. Wine по-другому пишется. Ну, glass. Wine или wine glass. Ну да, да. Стакан с вином. Стакан с вином. Я бокал, зрителю короче. Просто сообщу, я это в маленьком экранчике смотрю. Бокал с вином. Или винный бокал. Можешь налить туда что угодно. Хоть козявок. Просто глаз Y это, по-моему, оптоволокно. Смотри, это шампанское. Шампунь. Все? Все. Отдало. Пузырики-то не нарисовали. Сколько? Да. Ничего себе. Пять. Окей, второй раунд мой и... Давай. Ты сможешь. А как я бинты нарисую? Как я бинты-то нарисую? Да, ты сам... Развивающийся. Вот закругляшечка вот такая, вот потом такое... Как выпушка? Это пушка. Прямоугольник. Or garden hose. Плюсик. I see washing machine. Это бандаж. Or binoculars. Не, подожди, бандаж, я знаю. Я знаю, как рисуется бандаж, подождите. Or flower. Что это у тебя? Or broccoli. Я хотел нарисовать грудь и бандаж, и, типа, знаешь, черт. Ты пошел в правильное направление. Ладно, паука легко, смотрите. Ну, давай. I see potato. Or eyeglasses. Or bow tie. Oh, I know. Yeah. It's spider. It's spider. Четырехногий. Радуга. Черно-белая радуга. А ты... Да, вот так. Oh, I know. It's rainbow. Это было... Это было очень легко. Так, глаз. Теперь глаз. Рамон слишком много сидит в интернете. Они друг друга чувствуют. Or pillow. Oh, I know. It's eye. It's eye. Вот так. Squiggle. Она тебе помогает. Я ничего не знаю. Рич, подскажи мне, пожалуйста, это покемон или это что-то из реального мира? Squiggle. Как бы звучал Squiggle? Squiggle. 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 Тюна, твой вариант? Squiggle. Закорючка. Закорючка. Подожди, сквозь. Это, да, может быть, запятая? Просто в английском языке много есть названий для закорючек. Закорючек есть Ну, рисуй давай. Тем временем идет. Oh, I know. It's squiggle. Yes! Она тебе помогает. Yes! Она тебе помогает. Я не знаю, я просто... Кажется, я подключен к нейронной сети Гугла. Я согласен. Да. Русалка. Угу. Не забудь про хвост. I see line. Хвост. Or hat. Можно рисовать только хвост. Or flashlight. И не забудь про что-то другое. Or про teddy ракушки. Bear. I see angel. I see angel, говорит. Oh, I know. Я сиськи не нарисовал. Отлично. Yes. Ну хорошо. Не, кстати, русалка очень-очень хорошая получилась. Почти как со Starbucks. Да, она почти. Очень беременная какая-то получилась. Ну нормально. Ну просто, мало спортом занимается. Но не любит она выплывать из дома. Ну что, пойти? Ну вот такой вот у нее стиль жизни. Скоро и круми так будет. Какую хочу, такую и делаю русалку. Все. Подожди, сколько? Пять из шести. Раунд 2 для Рича. Я напоминаю, да, мы продолжаем. Теперь Рич у нас демонстрирует свои навыки. Типа рисование. Чайник это, дружище, чайник. Это просто. Давай. Это ты думаешь, что это просто. Художник чертов. Подожди. Рейку рисуешь, да? Нет, вот это чайник. Это чайник. И вот пар идет. Это скорее она угадала? Да. Недоделанного слона, похоже, было. Нормально было. Что там написано-то? Готи. А, это бородка, как у меня, как у тебя, Готи. Давай. Супер. Так. Лицо сначала бы нарисовал? Нет. Ну, лицо, мне кажется, стоит нарисовать. Да не надо лицо, зачем? Что она? Ну, борду она угадала. Подожди, борода. Все, поясняк, не умеешь ты рисовать. Отвратительно себя. Не успел, художник. Слушай, мне жаль твоего сына, когда он начнет ходить на уроки рисования, и ты... И ты будешь помогать. Жалей моего сына, моего сына. Ты будешь убеждать его, что это чайник, он будет говорить, папа, мне в школе засмеяли за твоего чайника. Подожди, а пушку, чайник, а пушку, чайник, между прочим, был понятен. А за пушку меня вообще после уроков оставили.
И тебя вызывают теперь на занятия. Ну я прихожу и объясняю им за пушку. Они мало шарят в пушках. Теперь тебе надо пикап нарисовать. Пикап? Только не женский пикап, не смей сейчас рисовать свои пушки опять, понял? Жди. Это пикап. Это пикап. Что ты делаешь? Пикап? Угадала? Туалет. Туалет, давай, туалет. Двери нарисуют, да? Тебе было бы проще унитаз, наверное, нарисовать. Нет. WC, ты думаешь, поймет? WC! Ты, да, нарисуй. Я думаю, вряд ли она поняла. Она не понимает. Что это? Что это? А, это... Это туалет. Это бачок. Но как бы... Утлый, это почти туалет. У тебя слева уже было что-то еще. Ложка. Ну, легко. Это ж легко, давай. Да, вот так вот. Ложечка. Нет, ложечка. Это нелегко. Похоже, это не очень. Микрофон. Фун, она угадала. Слава богу. Ключ. Тёна, всё, твоя очередь. Не волнуйся. Так, ключ. Я боюсь своей очереди. Это пила, а не ключ. Это ключ. Она угадала? Всё-таки угадала ключ. 4. Целых. Жесть какая. 4 из 6. Раунд 2. Чуна. Карта там, да? Тебе карту надо нарисовать? Карта. Сокровища. Давай с сокровищами. Хочу карту с сокровищами. Рисуй карту города. Мира. Луны. Ну, хорошее начало. Хорошее. Крестик. Да. И крестик. Тут сокровища. Угадала? Да, угадала. Ну, я делаю вид, что не подсказываю. Пу, бассейн. Давай. А как его рисовать? Быстрее рисуй! Так игра наша называется. Да, так прям название игры. Быстрее рисуй! Нет, нужно подождать, я не знаю, как нарисовать бассейн. Ты когда-нибудь видела бассейн? Детский бассейн, вот который заливается, могла бы нарисовать. Это так, это похоже на карту пока что. О, водичку надо добавить. Волны, ураган рисуй. Так, тонущий. Нет, это бегущий. И это все. Представляешь? Че, угадала бассейн? Она угадала бассейн! Она угадала бассейн! Что у тебя там, мышка? Мышь, маус. Маус. Турбыча нарисуй вообще. Ему будет при турбомаузу. Так, пока что это... Я вот это сейчас не... А, это, понял. Это хвост. Похоже на крысу. Так, вот усик. А второе ушко? Вот, второе ушко. Так. Че, не угадала? Или угадала? Угадала она всё. Ты представляешь? Вау. Че там написано? Что там написано? House plant. Домашнее растение. Давай. Фикус какой-нибудь нарисуй, нормально. Горшочек, и в горшочке цветочек. Нарисовала бы мужа, да. Не знаю, я так болею за Тюну что-то. Прям хочу, чтобы у нее все получалось. А где указано, что она домашняя? Она нечестно. Но оно в горшочке. Горшочки. Телевидение. Причем, смотри, не телевизор, а телевидение тебе надо нарисовать. Да. Всю систему. Это схему. Я шучу, рисуй телек. Конечно же. Иногда я не болею за Тюну, иногда очень нравится ее заблуждение. Ты иногда меня троллишь. Но я не троллю. Я одной фразой могу тебя ввести в полнейшее заблуждение. Да, удачи. Да, рисуй кого-нибудь. Это легко, это вообще... Какого ты ведущего знаешь? Так... Ты телевизор вообще смотришь? 3D, подожди, Тюна в проекции все рисует. Это коробка, так... Ты уверен, что у тебя времени хватит? Да. Yes! Да! Песочные выдыхаем. Часы. А? Песочные часы. Ну, это легко должно быть. Вырисовывает там. Посмотри. Это виолончель. Я знаю. Ну, на самом деле, я знаю примерно, как работает эта система. И... Угадала? Да. Повезло тебе. Сколько у тебя? 5 из 6 получается? Почему 6 из 6? 6 из 6? Да. Это рекорд. God damn. Окей, перс это кошелек, это я знаю. Давайте, да? Мой третий, мой финальный, да. Я,
попробую. I see line. Or knife. Line, knife. Or rifle. Or dishwasher. Or shoe. I see apple. Какой apple? Or suitcase. Apple. Or bathtub. Or sink. О, да, пытаешься подсказать, но... No, I have no clue what you're drawing. I have no clue, говорит она. I couldn't guess it. Fuck! Shit! God damn it! Блин, ну давай. Butterfly! Давай бабочку, нарисуй бабочку. I see circle. Or eyeglasses. Or asparagus. Спасибо за подсказку. Or microphone. I see squirrel. Она здесь микрофон увидела. It's butterfly. Да, вот такая вот у меня прекрасная бабочка. Трампет. Ну это труба. Как... Ну... Я готов. Все, все, все. Давай. I see line. Or rifle. Винтовка, трампет, говорит. Она уже it's trumpet. It's trumpet. Да я ж клавиши не нарисовал сверху даже. Ой, что? Исподние, исподние. Что это? I see rifle. Or keyboard. Сейчас будем шоколадывать. Oh, I know. Yes! Underwear. Underwear. Ангела. Ангела. Рисую русалку. Как я, мать вашу, буду рисовать ангела? Ладно, я готов. Я готов. Я готов. Не давите на меня, не давите на меня. Все равно буду решать. Давай рисуй ангела. Рисуй черта, поставь минус. I see circle. Or snowman. Snowman. Or microphone. Or drill. I see yoga. Дрель, йога, фон, ангел. Oh, I know. It's angel. Я дорисовал. Yes. Да, еее. Ну что, друзья, последнее. Последнее. Мне надо дорисовать пиццу. Давай, пиццу рисуй. Я жрать хочу. Зачем вы мне тут? Да, я тоже хочу кушать. Все хотят кушать. Все, поехали. Нарисуй аппетитную пиццу. I see circle. I see watermelon. Внешник, отлично. Or bracelet. Коржик. Обязательно коржик. Or donut. Может, это кругляшок. I see cookie. Куки? Какой куки? Это I have пицца? No clue what you're talking about. Yes, 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 yes. Вы пока бубните, она говорит, о, oh, I know it's pizza. Все. Все. Она говорит вместе с вами, ребят. Я же говорю, тут каша, каша. Вы пытаетесь тоже что-то сказать, но... Это получается... 5 из 6 у меня. Третий раунд. И Бэт, мышь летучая. Как ее рисовать? Ну как, блин, Бэтмена вот нарисуй, все. Давай, Бэтмена. Давай, Бэтмена. Символ Бэтмена. Как рисовать Бэтмена? Символ Бэтмена. Что это? Что? Тюна, подожди, мы с тобой это... угадываем, что он рисует. Подожди. Это демон. Это... Это пила. Как? Как она отгадала? Ты мне с кошелька. Ладно, рисуй дождь. 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 Так. Так. И дождь, и дождь, 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 да! It's rain! It's rain! It's rain! It's rain! Стерео! Так, давай. Стерео, нарисуй стерео. Интересно, как у тебя получится. Стерео в английском языке — это проигрыватель еще. Ладно. Давай. Давай, смотри, вот так вот. Ну, как? Potato. Микрофон. Potato. Твои навыки рисования — это potato, понял? О, да! Угадала. Когда вы говорите, что плохо, он она отгадывает. Ага. Странно, да? Хорошо, Рич, компас. Потейта скиллы у тебя, понял? Вот что. Компас. Короче, компас. Mm-hmm. Вот. Вот так вот. Это на часы похоже. Нет. Стрелочку дорисуй, буду подсказывать тебе уже. Так вот же стрелочка. Так она двойная должна быть. У кого? Она угадала или нет, ты сообщила? Она отгадала. Все. Представляешь? Мы ж не знаем, мы не в курсе. Она тебе говорит, о, I know, но мы же этого не знаем. Тюна в курсе, light bulb. Лампочка. Просто лампочка? Просто да? Лампочка. Ты это быстро нарисуешь. Давай. Думаешь? Цоколь, оп, давай там, патрон. О, что? Вот, дети, закройте глаза, он опять за свое принялся. Подожди. Что? Что, нет? Что ты нажимаешь нет. уже? Нет. Что? Тебе лампочка давай, до сих пор еще? Лампочку что? Лампочка, лампочка, тут что лампочка. Что лампочка? Вот, 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 вот. В каком месте эта лампочка? Как это может быть лампочкой? Это была прекрасная лампочка. Это было отвратительно. Октопус. Ну давай, ты сможешь. Ты мультики смотрел? Вот нарисуй мультяшного октопуса. Я не смотрю мультики, я смотрю интернет. Это больше на Каспера похоже. Он угадал. Это лучший твой рисунок за сегодня, мне кажется. Октопус. Видишь, прокачался. Сколько Тюни сообщи? 5 из 6. 5 из 6. Целых 5.
Фуф, я так волнуюсь что-то. Последний раунд, последняя задача. И то, чего у женщин не будет. Не, то, что у женщин иногда в избытке. Бывает у некоторых. Но усы. У мужчин чаще. Усы. Давай. С бородой что-то не получилось. Знавал я одну продавщицу, кстати. А, вот, у нее были такие шикарные усища. Вот даже, знаешь... Вот такие? Вот примерно такие, да. Да ты посмотри на нее. Вау. А радуга? Да это невозможно. Знаем, как рисовать. Кажется, мы видели, да, уже где-то рисунка эту радугу. Рисунка мысла. Ну так нечестно. Я уже показал, как это делается. Акула, вот, давай, все. Вспомни «Назад в будущее». И там была такая довольно простая акула. Вот, попробуй нарисовать. Которая в 3D прыгала. Да, да, ну ты сегодня у нас в 3D все рисуешь, проекции, вот давай. Раскадровочку сделай. Так, шер. Окей. Какая акула у Тюна? Как Тюна представляет себе акулу? Вот это, кстати, интересно. Это гора, это горный хребет. Мне интересно, что эта акула озеро. Плывет влево, кстати. Как к Тюне, кстати, да. Я в другую сторону бы рисовал. Что там написано? Я плохо вижу. Шлемет. Шлем. Шлем. Выбери какой-нибудь. Шлем. Можешь армейский. Шлем. Да, можешь армейский нарисовать. Или велосипедный. Или строительный шлем. Или шлем мотоциклетный. А шлем и каска — это два разных слова? А вот мы и узнаем. Ну, тут уже... Давай. Давай. Не забудь подбородочный ремешок. Это советская, по-моему, каска сейчас. Все нормально, но... видишь, отлично. Че, угадала, что ли? Да. Я да бы сказал, что это покетбол. Ей-богу вообще. Ну, там как бы мягкая прослойка. Так, ну, блубери. Блубери, это черника или что? Черника. Черника. Или голубика, есть второй перевод. Можешь чернику или голубику, что нарисуешь? Попробуй голубую чернику. Попробуй клюкву. Не, черную, черную голубику. Нет. Ладно, черная голубика. Давай, ты сможешь. Я вообще... На клюквенном поле. Рич, ты знаешь, как выглядит черника или голубика? Я не знаю. Сейчас мы узнаем, сейчас Тим нам расскажет. Так, земля. Я, вернее, неправильно вопрос задал. Ты знаешь? Ядерный взрыв. Ты знаешь, в чем различие внешнего вида черники и голубики? Вот, если рисовать в ЧБ. Да, нет! Что ты делаешь? Не снимай игру! Проиграл все. О, акула. Я не представляю, как это нарисовать. Блин, просто клубнику, чернику. Что? Быстро так. Уже прошло. Уже прошло. Субмарин. Ну, субмарин. Тут что переводить-то? Подводная лодка. Желательно желтую. Давай. Верно, субмарин. Нарисуй битлов, играющих эту песню. Я же. Наточки. Вообще, это тоже легко. Картошка. Самое главное, такую штуку сверху. В прошлый раз отгадала, это шайба была. Слушай, точно, подсказывает. У меня такое ощущение, что... Yes! Перископ достала. И сколько у нас? 5 из 6. 5 из 6. Перейдем к финалу. Барабанная дробь. И Тюна нам сейчас сообщает результаты нашего воинственного захода в рисовалку. Итак, да, Тюна, кто давай. Же победил и кто же давай, скажи, не дошел? Скажи мне. Итак, на победном третьем месте так. у нас находится так. Рич Баку! Слава богу! Третье место в тройке лидеров! На пьедестале почета мой флаг! Я поздравляю тебя. Заслуженно. Заслуженно, Рич. Заслуженно. Спасибо, 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 ребята. Хотя нет, это получается второе место. Как это? А кто на третьем тогда? Он... А мы с тобой... У него 13 очков. Так сколько 13 очков, да? А разделили первое место мы с тобой. Разделили первое место. Я великолепен. Мы с Рамоном у нас по 16 очков. По 16. Не добрали по 2 очка, к сожалению. Да. Ну, это черника мне... Да, знаешь, нам кажется, ну, пока что я доволен результатом, но через какое-то время... Надо потренироваться, надо потренироваться. Нам нужно будет с тобой все-таки решить. Да, решить. Решить? Пока что статус... Решающий раунд. Да.
Статус лучшего художника в крафт-шоу сейчас за мной и за Тюной. Я лучший Тюна-художник. Вот все, вот так. Вот так разделили. У меня с гаечным ключом получалось. Не, а речь тогда в крафт-шоу, смотри. Лучший я... Достижение. Художник Тюна в крафт-шоу речь. Неплохо, по-моему. Слушай, быть в крафт-шоу это вообще-то уже достижение, если что. Так что я вас поздравляю. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Если вы хотите увидеть матч-реванш, где мы постараемся все-таки определить с лучшего художника в крафт-шоу. А потом, представляешь, выиграет Рич. В одном лице, то напишите, пожалуйста, в комментариях, конечно же. Рич Тюна. Пока-пока. Удачи всем. Все будет по кисточке. Меня зовут Эмджи Рамон. Я просто... Это первый и последний выпуск, где я могу такое сказать. И я лучший. Все, пока. Ты! Я тоже лучший, что ты? Пока.